Дагестан. Дал караме чкалта. Мид вахт хай хурмитли радио тухта кадап субор. Дагыстанат радио эфира рутулчылылат передача башлам шаара. Дагыстанат радио тухта FM вешне худна рыхыть махачкалдет шерте, вешне юкутна худ тербендет шерте, вешне саки хасуртет шерте убур касус екесе. Кыйгат передача осазыр ар редактор Шафика Бабаевара, режиссер от пульта таха Зайнап Вагапова. Рига Россия тегейді өре спецоперацияма іштырак кіргат бұшты ех. Россиядет президент Владимир Путина сені ветеран ашыске. Рига месет спецоперацияма іштырак кіргат бұшыске чухті байрамат еғну барагы өре. Сағды жан бұршаты ек бір арзуламышы өре. Дүнияды әсләв алды віші, қалма бақт берекет віші хөре. Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с профессиональным праздником. Днем сил специальных операций. Вас по праву считают гордостью российской армии. Всех бойцов и командиров сил специальных операций отличают высочайший уровень подготовки. Умение и готовность действовать дерзко, решительно, молниеносно на ключевых участках и направлениях. Эффективно решать наиболее сложные и ответственные задачи стратегической значимости в любых регионах мира. Там, где этого требуют безопасность и национальные интересы России, нашего народа. Грамотное владение самыми современными видами вооружения и военной техники. Ваш боевой опыт позволили сформировать свою уникальную школу воинского мастерства, в основе которой героические традиции нашего спецназа, громившего врага в годы Великой Отечественной войны, проявившего себя в Афганистане и многих других горячих точках. Ваш жизненный выбор – это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции, выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю. Ваши знания и профессиональные навыки, образцовые дисциплины и высокий боевой дух необходимы для всесторонней подготовки молодых бойцов, тех, кто удостоен чести служить в рядах сил специальных операций. И особо отмечу ваше непосредственное участие в обеспечении боевого слаживания, качественной выучки наших граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Вы передаете им не только знания и ратный опыт, но и свой несгибаемый боевой настрой. Хочу поблагодарить всех воинов российских сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за патриотизм, самоотверженную и безупречную службу Родине. Желаю вам здоровья и успехов, благополучия вашим друзьям и близким. С праздником вас! И пусть вам всегда сопутствует удача! 10-й Донецкий и Луганский республиками. Иса нашты ешайшет эслахвалту обухут спецоперация пыр кыргараа. Дагыстанда хар егамиде гуманитар ад кюмек пыр хатмашин пыр рыка иере. Россия изды тарих хур музеет беке дагыйга цукуаттон гуманитар ад кармыд хат. Машин бұр рыға ейірі. Ме бұр Дағыстан Республикадыт ұлуға Сергей Меликават мәсләт тұхан күргара ат қолақ бұр. Сергей Меликавара месет қолақ мұзки көмек бұрдзара. Ихті республикада әр қылес ехет көмек бұрхана политикар депутат арки дұру ұра. Еринді ме бұр әскера шуған көрішміш дұру ұра. Ме бұш үшу көмек бұр лазым әді хор құткопсу ал бұра ара. Меді дұхыр аныты әй Дағыстан Республикадыт ұлуға правительствады цедри маты балат министрар депутатар. Ихті Рутул районда кимисет көмек бір көп-көп сергара. Райондыт құлуға біше маты тішкелат мұра кимисет акцияма іштірак бір көргара. Хынымеше әскерашыз қағат бір керхері. Әскерашы ке жүхті сұра мисет қолақ бір лейқыне сағылва ара сағды жан бір шатты ек бір арзуламша ара. Дагыстандит правительство децедри Абдулмуслим Абдулмуслимовара выгори эджилас республикады экономика ехавишин бадана сытавы ыр атышта бахуан. Медиху гетер ай хибут суал. Ми суал мыт арыды фикер вури. Кодағзынна қанна койт хусты қанна хибут хусты сыдырма. ЖКХ дыт голах пыршуына егырды. Энергетика дыт голах пыршуына гыргары аты. Ваматы балат проект мыс фикер вури. Хелемиді балат мәсләхет бұры ыры. Бюджет аттанға пыршуына ишлемеші ырды. Маты ке балат проект пыршуына қоле гыргарды хур.
Абдулмуслим Абдулмуслимовара, мебейтене вуч азербайджанты ехытыт, гюрюшет нетече пурки ехыре, балат эхтылат пур оремите ехыт гюрюшмыкля. Мене ухыре, одағзырна каннахи бутхусты, каннахутхусты садырма, онды республикамыт арыты балат проект пур кулегыр гасты мәсләт пур ыра. АПКдыт, мады кемесет голах пур гыргасы. Азербайджанты церхетты гыргат голах пур кемахкама асы. Ижласат ахирес, февралет каннаса хустес Россиядет президент Владимир Путинара, хәрседа федералат ижласат силгат послания дит доклад оклядыки малумат пур вори. Хелеми бише, палат мәсләт пур ыре, ихти республикады кулегыр гасты приоритетет проект мыс айтты. Дагыстанды гыргасты инвест проект мысаки федералат программа мыс. Ми программа мухангиға ихти республикады балат приоритетет проект пур оле гыргара. Ми мут арыты кинии, саглам валит, оле вуынит, социалат, агропромышленный комплексат. Ми проект пур гыргас хуру кеметет сура, сиене тешкилат мыс лазым ду кюмек пур субсидия пур волцара. Абдулмуслим Абдулмуслимовара ухуре, ми тыла коки ячалых тыкесе, месет голах пур ихти Дагыстанды маке балана гыргас. Февралет канамы етхустыз Махачкалды чырды в Гыргасы Дагыстандыт халтыт мажлисет сессия. Меди Дагыстандыт правительства дит седри Абдулмуслим Абдулмуслимовара сасыдыт арыды вуш правительства дит седри еткедене егыт голахмыт нетече пор ехысы. Месыдыт арыды шыл голах пор егыр адыхур малумат пор волцат кохты доклада асы правительства дит седри эры. Хели депутаташы мады палатсу алмыз фикер вусы. Дагыстан дит правительство дит ижлас выгыри Махачкалды тшерді. Меди Калевуанын министерство дит кулуғани ухури ихти республикады хынымеши садик бур ачыха асты голах бур палана ваджибе. Мебишту ухун ухан, анағзыр нақанай құтхустысы дыт ахирай қама ихти республикады баласты хынымеши садик майер бур екесі. Федералат программа духан палат Калевуаны тешкилат бур ачыха ара аны ее. Мимыкля асасад бур, местецы дыт сентябрет сахустыс ачыха асы. Хелемиде жуду ихтылат бур ори, Дагыстан дыт строительство дыт министр Артур Сулеймановар. Мине ухури ихти республикады хет бур темизация оружения бур луза ара. Дербенде месет объект одағзырнамы етхустысы да луза ара качор ай. Мирджетсы да ми пема асы. Избирбашты гыргары отмесят объект от голах бур мыцырна худ процентна егыр пемешира. Ама комиссидерами объект кабылы ыр адыш. Адыла мицыны каасты мәсле ат бур ыр а. Хунзах дит района центихи дит линия ки канализация дит система бур ки хазыр екесе. Аламаты кемесет проект бур гыргасты мәсле ат бур ыр аны е ихти правительство дит улуға бүші. Дагыстан дит гаэт эдара дит кулуға бишы вот маалымат мухан февралет гаат хустылы каннары хыч хусты хама республика дит шеерманна райома машин мыдрыхма каннайы вып авари бишыр а. Ми вақтын ди юқур инсанар дыргыр а. Йоқтур тұқынды бишы зиян бір ешыр а. Ми бишыкля қуар хыны мерді. Машин бір едгат бұштаки, рыхма ху қудыру бұштаки хаэша ара ахти еттіш, машин бір ергат қайда бір дүзгінені ішлемеша. Инсанашты яшайшет, эсләхвалды оғықыз чалықтыш. Ос сиені бишіз, сағды жан бір шатты ек бір арзуламеша ара. Риха Донецкий не Луганский республикама, Запорожский не Херсонский областма, инсана что яшайшет эсляхвалту увухут колах пыр гыргара. Мидады маалумат пыр оборона дит министерства дыре харьяга инсана шо лейка ара. Яки риха мидады цамды маалумат пыр вос волцара аны ее буйор упоркац. Вооруженными силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. На Купянском направлении в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения вооруженных сил Украины предотвращена попытка противника атаковать направление населенного пункта Новоселовской Луганской Народной Республики. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа. На Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Коломичиха и Площанка Луганской Народной Республики. В результате огня артиллерии подразделения вооруженных сил Украины были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые машины пехоты и 2 автомобиля. На Донецком направлении решительными действиями российских войск отражены контратаки вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины. На Южнодонецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольская Донецкой Народной Республики.
Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения вооруженных сил Украины отброшены на исходные позиции. Кроме того, отражена попытка украинских войск атаковать российские позиции в районе населенного пункта Времевка. Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены 1 танк, 2 боевые машины пехоты и 5 пикапов. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Чугуев Харьковской области, Северск, Краматорск, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республики. Пункт временной дислокации националистического формирования в районе населенного пункта Елена Константиновка Запорожской области, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах. Вәқәдә сүрец инде хабар мөхтәвәсә, саламат тиши.